Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня я прибыл на рыбалку, на водохранилище. Еще у нас продолжается весенний запрет. На лодках плавать нельзя. На рыбалку приехал половить на боковой кивок. Приехал половить в компании с своим начальником. Работает в пожарной части. Вот приехал на рыбалку с Алексеем. Одним из заместителей пожарной части, в которой я работаю. В общем, сегодня будем рыбалить, отдыхать душой и телом. Ну и, собственно говоря, вас вместе с собой приглашаем. Алексей уже настроил удочку, уже рыба начала поплескиваться. Ты на поплавок сегодня рыбачишь, да? На поплавочек. Я сегодня буду рыбачить с боковым кивком. Даже не взял с собой поплавочную оснастку никакую. Ну, будем сидеть по-тихому. Может быть, подойдет какая-нибудь хорошая рыбка, мы ее половим. Я буду кормить часто, но маленькими такими порциями, похожими на куриное яйцо. Вот. И кормить буду в одну точку. Первая пошла. На что поймал? На опарыш, Леша, поймал. Ура! Рыба есть. Рыба клюет. Будем ловить. Еще одну вытащил. Леха уже ловит, я пока снаряжаю. Вот взял мормышку, облепил ее прикормкой. И вот такой вот ход конем. Главное аккуратненько все это дело достать и опустить. Все это будет точечно кормить. Вот так. Все, прикормка упала на дно. И мы ее, мормышку, выдергиваем оттуда. Вот так. Все. Первый подлещик у Алексея. Хоп, рыба в сачке. Ты рад? Да. Алексей молодец. Размер не тот. Алексей молодец, надирает жопу мне методично. Пойдет.
Значит, ну, грязь садим. Значит, вот значит, смотри, сразу не так, все равно потом она будет мыться. Потом помоешь. Я сразу. О. А, забагрил еще, ёп. Ну что так тяжело, блядь? Давай помогу. Вот, спасибо. Вот это по-братски. Подкрюкивать надо. А у меня сегодня, ребят, такие не клюют. Зато у меня сорожки клюют получше. Лучше. Но лещ любит насадочку. Что тут говорить? Но он тут есть. Подплавничок. Он тут есть? Он тут питается. Надо его ловить. Прикольно. Поздравляю. Какой же? Четвертый за сегодня, да? Четвертый, да. Пятый? Да, да. Сейчас. Пятый. Сейчас, может, вылезет. Должен, все, время уже. Угу. Ты видел, какую сорожку споймал? Угу. Такая прям хорошенькая. Немножко, блин, ковыряли. Нормально все. Ну, подлещики. Раз, два, три, четыре. Четыре подлещика, да? Да. Четыре подлещика. Ну, нормально, что-то. Нормально. Ну, это же нормально. Время проявили с пользой, ну, с удовольствием. Согласен.
Я еще немного поупираюсь. Алексей уже поедет. Пятидневка у него. Спасибо за компанию. Тебе спасибо, что местечко показал. В общем, Алексей уже бежал домой. Ну, завтра на работу. И вот зашел, получается, в забродных штанах. И хочу все-таки поймать подлещика. Не знаю, получится или не получится, но все-таки надеюсь, что клюнет какой-нибудь хороший рыб. Зашел подальше. Удочка 6 метров, кивучек, сумерки. Ждем. В общем, ребят, сумерки начинают потихонечку сгущаться. Стало плохо видно кивок, поэтому настала пора ехать домой. Отрыбачил я сегодня, в принципе, неплохо. Мормышка, на которую сегодня у меня было поймано самое большое количество рыбы, это гвоздик. Маленький-маленький гвоздик, такого красного цвета, с латунным шариком. Поймал я сегодня рыбы вот столько. По количеству сорожки пойманных я, конечно, сорожки поймал побольше, чем мой товарищ, но у меня не было подлещиков, вот поэтому как бы нельзя сказать, что я прям доволен рыбалкой, но тем не менее свою рыбку я поймал. Попадаются некоторые достойные сорожки. Ну, в общем, вот такой вот улов.